Что тебе? Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Заставь их кричать. Спаси меня! Это как ход. Пока прощаюсь. Fuck!
Госпожа, твой талисман. Мы близко. На этот раз наблюдай и молчи. Твой судный день настал, Ленность, и правосудие над тобой тоже свершится в поединке. Дорогуша, разве по мне видно, что я собираюсь с кем-то или чем-то сражаться? У тебя нет выбора. Выбор всегда есть, дорогуша. Я выбираю не делать выбор. Слишком много мороки. Я бы посмеялся над тобой, да только лень. Не обижайся, ты славно играешь в нашей поучительной пьеске, но правда, зачем напрягаться? Это апокалипсис. Ух ты, мне все равно. Все, что меня заботит, это комфорт. Звучит знакомо. Молчать! И как видишь, у меня много-много слуг. Они живут лишь ради этого. Попробуй, я дам тебе парочку рабов, если ты расслабишься. Я расслаблюсь, когда вы все сдохнете. Надеюсь только, что остальные будут сильнее сопротивляться. Будут. Или не будут. Мне до этого нет дела. Ты ведь понимаешь, верно, всадник? Как все тщетно. Присоединись же ко мне, сбрось груз с плеч и насладись бездельем. Уверен, тебе бы это очень понравилось. Неужели ты оставишь свое задание? Нет! Правда? Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе, правда, по силам? Ты заставляешь меня двигаться! Я ненавижу двигаться! Ты довольна собой? Думаешь, убив меня, ты как-то повлияешь на этот жалкий крестовый поход?
Просишь пощады? Найди в себе каплю достоинства. Лапочка, я позволяю рабам потирать мне зад ангельскими крыльями, пока я вкушаю утренний чай. Достоинство лишь выдумка, как и равновесие. Разве ты не утомилась? Еще как. Но и самый изнурительный бой выматывает меньше безделья. Такой разминки у него 1000 лет не было. И снова здравствуй, ярость. У меня нет выбора в этом вопросе. Ты похищаешь всех своих гостей. Ты не вела бы себя столь неуважительно. Знай ты, какую истинную силу я тебе даю. Твоя битва с Леностью доказала, что ты не успокоишься, пока не выполнишь задачу. Ты готова к более серьезным инструментам разрушения. Еще одна игрушка для меня. Ты слишком щедр. Пустота бури. Используй с умом. Почему бы тебе не отдать мне все свои подарки сразу, раз ты так желаешь вооружить всадника? Уходи. Yeah.
Это как хочешь. Thank you.
Может, уйдем отсюда? Настоящее мучительно и без того, чтобы вспоминать грехи прошлого. Но кто-то должен заплатить за то, что стало животным. Они заплатят своими криками. Thank you.